Ну, в общем, там было нифига не видно, но там горел дом, да, на вот той вот сцене, что увидели несколько секунд назад. А это достаточно странно, поскольку горел он буквально в 100 метрах, ну, в 100, в 200, в 200 метрах от пожарной части. И она специально, как будто бы они не ехали, да, они там стояли, пожарники, я видел пожарников там. Они не торопились никуда, и не ехать, ничего. Вообще, только машину у начальника поливали водой, да? Мыли, то есть, да? Вот это подготовка, да? Судя по всему, он давно горел, да? Они 20 или 30 минут чесали до задницу, да? Но вообще это место все под застройку. Там давай или выкупаются, или еще что-то, да? Как всегда, сгорают, да, по непонятным причинам. Когда дома начинает гореть вместе под застройку, я знаю, что кто-то сопротивляется этой застройке, да? Новыми многоэтажками. Ну, да ладно, не буду предсказывать что-то, предугадывать. В общем, такие дела очень странные. Буквально от пожарной части прям ничего, да, куча деревянных домов. Рядом пожарная часть прям 100 метров, и все горит. Это чудеса. Так не бывает. Что-то там не так. Вот, видите, поехали наконец. Уже 45 минут прошло от начала пожарища. Вот слышите, не слышите, не знаю, убегает там. Вот так вот. Красивый закат и красивейшие вообще виды. Но Министерство чрезвычайных ситуаций показывает свою профнепригодность полнейшую. Едут тушить тогда, когда уже тушить нечего. Не видит у себя под боком пожар. С ума сойти. Разве же может так работать?